Друзья, всем привет, канал Карим Правиль, канал обо всем. Сегодня я вам покажу замечательный самовар, сделан он в царские времена, в царстве польском. Вот такая красота. А посеребренный был в свое время самовар с костяными ручками. Посмотрите, какая красота. Этот самовар производства Норблин, так называемая прожуха. Почему прожуха? Потому что господин Фраже первым стал наносить электрическим способом серебрение. Вот такая вот замечательная вещь. Давайте взглянем на самовар снизу. Мы видим решетку колосниковую. Она типично европейская, скажем так, польская. Посмотрите, такая красота. К сожалению, у носика нету верстка. Он находится на реставрации. Вот. Давайте мы посмотрим на поддувало. Посмотрите, какая просечка на поддувале. Замечательная. Вот и ручка. Вот посмотрим мы на прекрасную ручку. Замечательно. Если вдруг надо будет, скажешь. Вот, смотрите, из животного мира. Орнамент животный. Маленький краник, носик краника. Вот. Друзья, напоминаю, канал Карим Управиль, канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Вот такая конфорочка у ней. Спасибо, друзья, что были с нами. До свидания.